Заместитель начальника штаба корпуса народной милиции Луганской народной республики полковник Игорь Ященко рассказал о ситуации вдоль линии соприкосновения. Вот вчера, 13 декабря, украинская сторона нарушила очередной раз достигнутые соглашения о соблюдении режима прекращения огня. Значит, были обстреляны наши позиции в районе населенного пункта Калиновка. Значит, обстрел велся с направления Луганское и с БМП-2. Значит, было выпущено по нашим позициям 15 выстрелов. Но, к счастью, погибших и раненых нет. Вот, дальше. Значит, по-прежнему наша разведка продолжает фиксировать факты стягивания тяжелого вооружения в нарушение Минских договоренностей к линии соприкосновения и отмечает увеличение количества личного состава, прилегающих в указанных районах. Значит, ну, так, по нашей информации, значит, в станицу Луганскую прибыла колонна где-то из около 10 бронетехники. Значит, в составе было 5 танков Т-64, было несколько грузовиков с боеприпасами и личного состава прибыло до 50 человек. Дальше, значит, в населенном пункте Нижний Мельчинок, значит, отмечено размещение до 10 танков, также Т-64. Значит, населенный пункт это 27 километров от линии соприкосновения. Вот. Ну и также танки БМП отмечаются, присутствие или наличие танков БМП отмечено и в населенном пункте Широкий.